Воистину чудо инженерной мысли. Идеальная система. Идеальный город для идеальных людей. Мне нравится, что в Блюм говорят о возможности взлома. Удобная позиция. Хакеры? Да что вы. CityOS суперсовременная. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Самомнение. Знакомый Эйден? Помнишь, к чему это приводит? Умер Дермат Квин. Он же Лаки Квин. Черт, мне фаервол не взломать. Может, Тибон сможет? Он нас заблокировал. Его надо срочно отключить. Твою мать. Есть один способ. Но в прошлый раз были жертвы. Выбирать особо не из чего. Выкладывай. Вся сеть завязана на спутник. Вроде как предохранитель для CityOS. Я тут написал вирус. Неприятная хрень. Его надо загружать из трех разных точек. И что будет? Ну, твой придурок точно заткнется. Будет заварушка. Это еще мягко сказано, Амиго. Позвони, как загрузишь, мы все устроим. Думал, от меня так легко избавиться? Теряешь хватку. А я-то считал, что мозгов у тебя побольше, но ты такой же дурак, как и все. Что? Бойкот объявил? Ранишь меня прямо в сердце. Выбиваешь из колеи. Ну уже, Эйден, удиви меня. Делай свой ход. Обыграй меня. Давай. Ты сможешь. Дэмиан химичит с навигацией. Остановить хочет. Значит, по одному месту за раз. Готово. Залил вирусы. Ну что, приступим? Вернись к той точке, где мы начинали. Теперь она доступна как портовая... Ну, в общем-то, понял. Главное, ты получишь прямой выход на спутник. Дальше что? Ты говорил, он что-то вроде предохранителя. И не только. Заберешься, дернешь рубильник, так сказать, и... И привет! Если я нигде не ошибся, сможешь обнаружить Дэмиэна. Скрестил пальцы.
Пирс, стой. Ты это герцог. Мы наблюдали. Мы знаем, что ты делаешь. Ты решил отключить CTOS. Допустим. Дай нам полминуты. Зачем? Полминуты внутри CTOS. Мы внедрим туда код. Потом, после ребута, DeadSec смогут контролировать все изнутри. Мы приберем за Блюм. Нам нужно только полминуты. Полминуты, и никто не узнает. Наш секрет? Будем работать вместе. Нет, я устал от этого. Ну тогда спасибо. Подключился к спутнику. Отсюда вирус Тибона перезагрузит систему. Я найду Дэмиана. И остановлю. Боже мой. Как же ты? Тебя тоже можно обвинить в смерти Лены. Интересно, с чего бы это вдруг? Может, продолжим? Может, надо винить тебя? Помнится, Мерло был твоим планом. Я каждый день виню себя за этот план, за встречу с тобой, за то, что не остановил тебя, когда мог. Я не повторю своих ошибок. Вижу проблему, решаю ее. А, да, Мститель. Я видел по телеку. Сейчас проблема — это ты, и я иду за тобой. Это маяк. Электричество тут есть. Это Дэмиан. Решили объединить свои таланты. Какие придумывали схемы. Но о таком мы даже не мечтали. Взгляни. Мы разрушили целый город, блин.
Последние часы, а я торчу на вдовьей площадке. Так называют самую верхушку маяка. Вдовья площадка. Ты знал это? Я нет. Метка. Похоже, все идет к развязке. Вот, блин. Сюрприз так сюрприз. Речь будет, Дэмиан. Тебе есть что сказать? Они знают, кто я. И все? Да неужели? Знаешь, иди ты. Тоже мне. Наплевал на всех, чтобы добраться до босса. И ждешь славы из-за того, что дело твое правое? Ты обманул меня. Вот что главное. Я обманул? Ты виноват в смерти Клары и племяшки. Кто-то семью отправил подальше, да? Они знают, какой ты. Ты неплохо держался, но все равно проиграл. Да. Боже, сколько можно трепать? А ты откуда? Прости. Новый контракт. Бросай пушку. Что? Давай, брось пушку. О, а поржаться можно. Вы слишком сентиментальны. Вот в чем дело. Потому и облажались. Будет вам урок на будущее. Эй, телефон тоже. Давай, бросай. Не знаю, чего хотел Дэмиан в последние минуты. Наверное, смерти. Я думал, что отомщу за смерть ребенка. Но вскрылось столько всего. Ложь, коррупция, проблемы города. Но я стал другим. Я не живу прошлым. Не сожалею. Иду вперед. Все связано. Это поможет раскрыть тайны, защитить, а если надо, и наказать. Повторяю, мэр Рашмар мертв. Полиция не раскрывает деталей. Доказательства связи мэра с главарем Чикаго Саус Клаб Лаки Квином и коррупции во власти наводнили сеть. Совершил ли мэр самоубийство или же его устранили? Глава пиар-отдела Блюм Шарлотта Гарнер сделала заявление о недавних сбоях в работе CityOS. Мы не сомневались, что сеть CityOS станет лакомым кусочком для хакеров всех мастей. Мы доказали, что наша система может выдержать любую атаку. Результатом можно гордиться. Система безопасности устояла перед атаками, иногда отключая всю сеть, чтобы хакеры не получили доступ. Личные данные в безопасности. Система снова полностью функционирует.
Все хотят проводить больше времени с любимыми. Участвовать в жизни общества, сделать наш дом безопаснее. Bloom Industries услышала ваш зов. Мы отправляемся в путешествие, чтобы объединить весь мир. CTOS 2.0 специально для вас на мировом уровне. CTOS 2.0 технология на страже городов. Далее в программе. Женщина, которая лично была знакома с Эйденом Пирсом. Сегодня с нами известный детский психолог Иоланда Мендес. Доктор Мендес, ваша история очень необычна. Вы знакомы с Эйденом Пирсом, более известным как Мститель. Как это случилось? Я была знакома с сестрой мистера Пирса. Неожиданный поворот. Нам не удалось узнать о нем ничего. Спасибо, что откликнулись. Вы занимались его племянником? Да. Верно. Конечно, я не вправе разглашать детали и называть имена. Нет, что вы, я понимаю. Но так вы встретились с Пирсом. Каков он? Невозможно сказать, что он за человек. Его лицо – это лишь маска. Идеальная маска. Правда? Любой игрок в покер ему позавидует. Он очень умен и из любой ситуации сможет выйти победителем. И вы пишете книгу? Да, пишу. Книгу обо всем, что случилось. Исследование Пирса. Личность этого человека стоит изучить досконально. С удовольствием ее почитаю. Доктор Мендес, спасибо. Децек, сыты по горло. Мы разговаривали с глухими. На нашу репутацию покусился слабак Дефолт. Час расплаты близок. Это последнее слово. Мы боремся с надзирателями. Мы сила. Пути назад нет. Это война. Продолжаются поиски Мстителя по кличке Лис. Глава департамента полиции Чикаго призывает власти ввести самые суровые меры наказания для тех, кто вздумает чинить самосуд. Те, кто решит последовать примеру Лиса, будут наказаны по всей строгости закона. Жители Чикаго продолжают обсуждать убийство Роуз Вашингтон и неожиданную смерть мэра Рашмара. Политика и выборы мало кого интересуют. На данный момент заместителя мэра предполагают назначить главу пиар-отдела Блюм Шарлотту Гарднер. Ее сторонники утверждают, что именно ей под силу вернуть спокойствие на улицы нашего города. Власти продолжают разбираться с последствиями многочисленных неполадок в работе CTOS. Повсеместное отключение электричества, поломки мостов, ущерб оценивают в десятки тысяч долларов. CTOS снова запустили, однако жители стали задумываться, стоит ли полагаться на столь небезопасную систему. Еле жив, а ты? Терпимо. Так, короче, слушай сюда. Морис наконец сдался, и тут его понесло. Кидаю координаты, дальше разберешься. Как обычно, да? Да, ну да. Иначе никак. Джорди. Профессионал. Подбирает хвосты. Ему нужно убрать Мориса. Но это мое дело. Это он стрелял в машину. Он убил мою племянницу. Хотел бы я сказать, что между нами пропасть, но... Скольким я причинил боль? Скольких убил? Кто заслуживает смерти? И кому судить об этом? Подобрать хвосты.
Я так и знал. Знаешь, у таких, как мы, нет чувства меры. Уже все. Ты последний. Тут нет последних. Ты вляпался. Я предупреждал. Эти чуваки — настоящее зверье. Никаких уже все. Нет. Но им теперь есть чего бояться. Какого черта? Ты что, так ничего и не понял? А? Тебе конец! Нам обоим! Конец! Пристрели меня! Ну давай. А? Стреляй. Что, думаешь, легче станет? Прикончил убийцу племянницы. Браво! Молодец! Да, я заслужил. Но что это изменит? Ничего. Ничего. Благодаря вам у CTOS был очень удачный год. Чикагская CTOS установила стандарты, и мы с радостью объявляем о внедрении системы в городах страны и мира. Вы будете чувствовать себя в городе как дома. Встречайте CTOS 2.0 в новом году. CTOS – будущее совсем рядом.